Фастарс. Все в твоих руках. Здесь именно ты указываешь шанс выигрыша. Играть просто. Делаешь любую ставку от 1 рубля и выбираешь шанс на победу. Чем меньше шанс, тем больше выигрыш. Нажимаешь «Играть». Ползунок остановился на зеленой полосе. Ты выиграл. Деньги мгновенно можно вывести на Киви, Яндекс.Деньги или банковскую карту. Я тут видела где-то, смотрите, что... Дружка, можешь считать за вредную привычку? Чего это вредное вдруг для тех, кто так сказал, бабушка? А вы, кстати, смотрели меня на Pink Sugar, как вам? Кофточка Нью-Йорк. Нью-Йорк! Блядь, сука, ладно, давай супадно. Что? Да, ладно, мне не смешно все. А, все, отошла. Долби. Такой голосок сегодня. Такой... Фу, бля, Ксюха! Знаете, когда я вижу... Теперь, когда я вижу Ксюху Модестал, я вспоминаю только... Не знаю, как вы лично. Но когда я вижу Ксюху Модестал, я вспоминаю только один момент. Серьезно, только один момент мне приходит в голову, когда я вижу Ксюху Модестал. Сейчас, Ваня, извини, секундочку. О чем я думаю, когда я слышу Ксюша Модестал? Дайте она там, короче, в чат будет. Передай привет когда? Ксюша Модестал. Вот. Ксюша Модестал. Ксюша Модестал. Ксюха. Говорю тебе в ухо. Пусть к тебе придет удача. Короче, удачи без кармической... Отдачи. Да. Да, нам одновременно пришло это слово в голову, кстати. Спасибо огромное, Иван. Спасибо тебе огромное. Второй день подряд. Очень ценим твою помощь. Большое спасибо. Короче. Сколько ему платят за это? Блять! Я реально испугалась что-то. Кристиану Роналду? Ебать, Кристиану Роналду стримит? Это реально Это в натуре Кристиану Роналду? Пиздец, похож! Жесть, он похож. Че, блядь? Я вообще что-то проебал все. Че за звуки? Че это было, блядь? Что там? Денли, ты че? Денли? Да. Реально сделал предложение Денли? Он серьезно сделал ей предложение? Выхожу замуж за Денли. Да, да, мне заплатили, но очень-очень долго я ждала эти деньги. Да, Денли, ура! Денли! Порно. Ё-моё. Денли, ты самая лучшая стрижка. Сижу рядом с тобой и снимаю с себя чулочки. И мы представляем эту жаркую ночь вместе. Уже не появился парень. Сейчас покажу, что я научился. Блять, у меня нету этой хуйни. О, там жопа чья-то. Работал Wi-Fi, тогда бы у меня не... Уйди, пожалуйста. Я могу
Как мне сделать так, чтобы не влезть в камеру? Какая девочка красивая, очень красивая девочка. Ой, то есть, боже, как же у Стинта атмосферно, очень красивая картинка, Стинт молодец. Этот зал какой-то жуткий. Да! Блядь. Что-то он переиграл. Ну что-то он переиграл, по-моему, парни, не? Он переиграл, по-моему. А что там было? А что там было? А, бля. Сейчас она страйки, короче, ебанет. Мне нехорошо. Ну как можно? Ну, блин, я просто... Да, блядь, да все нахуй, короче, извините, я не могу по-другому. Ну, ну как? В натуре мем. Ну, это же трагичный момент. Это же трагичный. О, боже. Бабушкин кальмар. Это, конечно, не то, что я ожидал увидеть. Блин, кальмар? Вообще это кальмары. А что у него с притчей? Назабив. Назабив. Ой, еще раз попробуем. Ок. Жесть, прикольно. Я тоже хочу в эту песню сыграть. Жесть, это мемно, это очень мемно, но смеяться не хочется. В новостях умер стример. Хрю-хрю-хрю. Ой, спасибо огромное. Спасибо большое, Лимпопошечка. Спасибо вам огромное, Ваня, Лимпопошечка. Всем спасибо. Спасибо огромное. Что? Ладно, я Валь. Я виноват в чем-то? Все, Валь, давай я тебя отсосу. Когда приедешь, отсосешь. Конечно. А что за Ваня? Что за мема? Тебе все шутит про отсос? Машка, так же попеть? Я тоже так хочу. Трек с Яником будет в его альбоме. Ну нормально качает. Ра-ра-ра-а-а, рома-рома-ма-га-га, о-ля-ля, want your but your romance, а-ля. А еще дальше нету? Да ёб твою мать, как я хорошо, что я успел остановить. А чё там? Ты не поверишь. А чё, а что такое? Не прощаясь, она ушла сегодня в 8 утра. Не отыскать, не прозвонить, но где ж ты, Варвар? Чашка чая стоит нетронутая, рядом письмо. Прости, все кончено, мне надоел твой вечный ремонт. Твои долги, сухой паёк и обещания. Прости. Ну так пизда-то пела. Чё, минус уши, красиво поёт, чё, больные? Насчет этого я не знаю. Не, реально красиво поет, ребят, вы чё? Ты глобоёб. Знаете, все мемы из GTA я не понимаю. Я поняла, что там скример был, спасибо. Слышишь, блядь, чел, ты нормально можешь общаться, нахуй? Если случайно урезался, нахуй ты оскорбляешь сидишь. Алё, блядь, дядя, нахуй. Ты обезьяна маленькая, нахуй. Я сейчас твою, блядь, банш обосрую, нахуй, обгоню, блядь. Банш. Рублёвую, нахуй, твою. Но, всё, пизда, я умер, блядь. Найс, водишь, блядь. Oh.
По-моему, он микрофон въебал. Пиздец. Так, тут припев должен быть, подожди, правильный. А где песня? Сука, я растерял абсолютно все навыки из-за вас. Пошел нахуй. Чего ты молчи, охуенно, охуенно. Чего вы меня затыкаете? Охуенно пою. Что произошло? Нет! Возможно, у него красивая камера. Я. Тихо, не сломай микрофон, он дорогой! С этой карткой. Ужасно. Карта какая-то. Да разгон, брат, ты что не посмотрел? Дай птичку, пожалуйста, я сейчас умру. Мне нету. У него есть, она пиздела. У меня нет аптечки, я тебе серьезно говорю. Боже, там есть перемотка. А что ты не... Я умер. Не умирай. Я умер. Бля. Че он его не засейвил? Было бы мемно, если бы он сейчас прям, короче, вот эти бинты завязал. Или это... А аптечка и бинты — это разные вещи, они же оба хилят. Какая разница? Какая разница? Я скажу кое-что. Зрикая параллель, блять, все, которые охотятся за привидениями, они всегда зелено-белые, блять, на видосах. Ебать, пиздец, да? А может быть... А чё за мем, что? Пошёл нахуй. Ну да, может быть... Я знаю, что бинты, типа, они полностью хилят, и там до определенного количества здоровья можно их юзать, это я знаю. Ты сами алиены, блять. Хорошее наблюдение, братишка. Да. Бабёнки, значит так, рассказывал... Бабёнки, значит так, поняли? Бабёнки. Внимание. Конкретно, чё да как. Вот смотрите, мама готовит супы отлично, великолепно. Чтобы вы также научились готовить, это обязательное условие, понятно? Чтобы вы мне готовили каждый день. И суп, и борщ, и лапшу, и лагман. Пока я не наемся, я не буду вас жарить, понятно? Совсем уже.